Доброй раницы и физкульт. Привет всем тем, кто готов заняться спортом. Ну что же, поехали! Занятие спортом – это не только напряжение мышц, но и их ослабление. Поэтому сегодня мы выполним упражнение расслабления спины в позе ребенка. Давай пробовать! Опуститесь на коврик, встаньте на четвереньки. Ноги располагаем на ширине бедер. Наша задача – опуститься тазом на пятки. Затем мы вытягиваем руки вперед и максимально растягиваемся. Подбородком тянемся к груди. Наша задача – максимально расслабиться и почувствовать растяжение мышц поясницы. Задерживаемся в этом положении на необходимое количество времени. На сколько секунд или минут следует задержаться в этой позе? Время нахождения в данном положении будет зависеть от того, какую цель мы преследуем. Если мы хотим размяться перед основной тренировкой, то хватит 30-45 секунд. Если у нас интенсивная боль в области поясницы, мы задержимся от минуты до 3. Кому полезно будет выполнить это упражнение? Это упражнение будет крайне полезно тем, кто в течение дня испытывает колоссальные нагрузки на область поясницы. Сидячая работа, либо если у нас есть какая-то патология с осанкой. Сколиозы, лордозы, кифозы – всем будет полезно. Да, после выполнения этого упражнения я чувствую легкость в спине, и вот прям хорошо. Правильно, потому что растяжка спины в позе ребенка позволяет легко снять напряжение с мышц поясницы и плеч.